Че, приехал я на лодочную. Перед началом сезона решил я снять, так сказать, полный обзор на свою лодку. Доработки там. Вот как бы моя лодка на лодочной. Вот в таком формате она стоит. Стеном вот тут как бы мы ее выкатили. Сейчас пока вот опять подняли. Вот изготовил на заказ такой тент, очень удобный, на молнии и на крючках к отбойнику он пристегивается. Вот молния двухсторонняя, очень удобно открывается, крючки отщелкиваются, и как бы вот он, доступ ко всей лодке. Но тут могу вкратце показать, что у меня тут. Как бы по шмурдяку какие доработки. Ну тут пару спасательных жилетов. Сейчас вот перейду мне сюда. Вот так вот расстегивается, если вам передок не нужен. И как бы полный доступ в лодку есть. Тут вот как бы сачок. Отцеп. Куртка для этого, для холода, якорь приобрел вот такой вот на 4,5 килограмма, сапоги, в каждой тут лодке есть сумка, очень удобно ей пользоваться. Вот все, приехал на лодочную. Поставил лодку. Застегнул молнию. И как бы все. Лодка полностью на воде. Все это занимает несколько секунд. Тент изготовлен из водостойкого материала. Изготовлен на заказ. Вот сбоку также его можно открыть. С помощью вот этого. Здесь есть доступ. Как бы, ну тут вот бак, дополнительный бак, мой шмурдяк. Ну это накладки мягкие на сиденье. В каждый сиденье там сумки. Трансовые колеса из нержавейки, вот очень удобные, которые я тут ими пользуюсь, пока сейчас вот на воде, пока лодку держать нельзя, выкатываю, закатываю ее. Вот штатный мотор гладиатор. С винтом, вот с таким шагом. Как бы лодка огонь. Всем рекомендую. Волну держит хорошо. Хожу я далеко по Волге. В районе живу я в Самаре. Волга у нас здесь большая. Как бы поплавать есть где. Вот такой вот коротенький обзор. Берите такую лодочку, не пожалеете. Кому нужен тент, могу сбросить координаты человека.